Новости из США. Сегодня, 10 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который действует 90 дней. Он связан с ограничениями предоставления политического убежища лицам, которые въехали в Соединенные Штаты нелегально. Это связано с колонной, которая уже изрядно уменьшилась до 4000 человек, которая двигается в сторону границы США. Есть опасения того, что эти люди будут пересекать границу нелегально. Как я рассказывал в прошлых видео, граница США в некоторых местах вообще открыта. 99%, что этим люди воспользуются, въедут в Соединенные Штаты и там дальше будут искать возможность легализоваться. Так, на 90 дней указ работает, он ограничит возможности тех, кто въехал в США нелегально, получить политическое убежище только через официальную подачу на границе, через интервью, через суды и так далее. Еще немаловажный момент. Как вы знаете, лица, которые попадают, даже подавая на границе в Соединенные Штаты, и которые, мы говорим о семьях, выходят с браслетом на ноге и далее слоняются по США, ждут своих решений, обращаются к адвокатам, к одним, ко вторым, к третьим, адвокаты им там что-то рассказывают, эти плохие, там те плохие и так далее, обесценивая своих конкурентов. Такая возможность скоро сойдет на нет. Дело в том, что со следующего года, это уже информация проверена, будет работать новая система, новые порядки, по которым все процедуры будут проходить прямо на границе. То есть человек подал на убежище, прошел интервью, здесь же будут иммиграционные суды, здесь же будут судебные слушания. Там за одну, за две недели человек полностью проходит всю очистку. Если он благонадежный, если ему угрожает опасность, далее он уже попадает в США с легальными документами. Если же нет, то его депортируют прямо с границы. С одной стороны...